Смелые, волевые, сильные, ответственные – все эти слова бесспорно можно отнести к нашим мужчинам. Традиционно их поздравили с Днем защитника Отечества в стенах культурно-спортивного центра «Мечта». Перед торжественным концертом всех гостей встречали воспитанники Одинцовских военно-патриотических объединений, которые организовали выставку, посвященную Великой Отечественной войне. Представленные экспонаты вызвали у гостей большой интерес. Выставка хорошая, интересная. Мальчики хорошо разбираются, помнят и обращают внимание на интересные факты из биографии наших героинь, героев Советского Союза. Очень приятно, что они молодые и участвуют в этом деле. Это очень и очень здорово. Теплые слова в адрес виновников торжества прозвучали от воспитанниц историко-патриотического клуба «Генерал». Я желаю мужчинам оставаться всегда мужчинами и ни при каких обстоятельствах не снижать свои позиции мужчины, не уходить с них. Самую праздничную и ожидаемую часть мероприятия, концерт, открыл своим обращением к защитникам Отечества глава городского поселения Одинцова Александр Гусев, выразив особое уважение ветеранам. Те люди, которые отстояли, защитили и благодаря которым мы сегодня еще живы как государство. Вообще-то город Одинцово, наверное, это уникальный город, если его посмотреть в срезе тех военных, которые его населяют, которые живут в нашем городе. Яркие вокальные и танцевальные номера, душевные и искренние поздравления, дружеские рукопожатия и объятия. Именно так отметили мужской праздник в Одинцово. Со сцены звучали признания в любви к своему отечеству. Дед мой в армии служил, у отца награды. Вот и я давно решил, что пойду в солдаты. Такая атмосфера всем гостям подарила положительные эмоции и отличное настроение в преддверии праздничных февральских выходных. Анна Пряхина, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцово».